Хей, ого, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игру под названием ИП. Окей, мы с вами тогда давайте искать последние цифры. Но, однако, я не знаю вообще, что может быть и где они могут находиться, поэтому давайте, может, вернемся назад и посмотрим. Я вот не пойму, нигде ничего не говорилось. Нам нужно только найти красные числа. Да, я что-то сомневаюсь, что возвращаясь назад, я что-то найду. Ну просто губы, а что губы? Комната лжецов, ну в принципе уже тут все тоже. Восемнадцать. Давайте, к примеру, сделаем так. Красное — это число веревок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, да? К примеру, пускай будет 7. Так, это получается 18 умножить на 7 и плюс 4. 130. Тогда будем прибавлять. Ну, пускай будет красный это 2. 18, 3, 6, 6. Короче, 40. Нет. Значит, где-то все-таки надо искать. Где искать это, то, что мне надо? Бося губ. Харчок мне только нанесет урон, по сути. Ничего, да, не скажет. А почему я в ту сторону не пошел? А я сюда ходил, да? Как-то что-то непонятно. Может быть, роза — это наше количество жизней? Хотя, подожди, здесь с красной одеждой 3. Давайте, ладно, на 3 сделаем. Значит, 18, да? 18 на 3 это 20, 34, 44, 48 получается. Ну ладно, тогда ставлю на паузу, еще убегаю. Да. Если присмотреться, в центре что-то написано. 9. Вот и наш код, получается. Ой. Так, это получается 18 на 9. 162. И плюс 4, 166. Да. Раздался шум.
Яблоко, рожденное древом. Яблоко на скульптуре деревом. Я забрал деревянное яблоко. Вот, теперь пойдем просто яблоком, отдадим яблоко из дерева. Пахнет вкусно. Хочу есть, накорми меня. Это еда. Дай мне. Дай дереве яблоко дать. Деревянное яблоко во рту. Это вкусно. Я тебя прощу. А пропущу. Проходи в мой рот. Окей. Окей, там было стрёмно. Так, хорошо, там есть какая-то картина. Как к ней подойти, не знаю. Пролетел какой-то чувачок. Дыхание. Узор, я не знаю этого. Ах. Сердечные раны. Дама в красном. Но... Курящий. Я не знаю этого слова. Сердцебиение. Я что, виноват, что я ключ не смог взять? Ладно, пофиг. Дома в красном. Да, я воспользовался ключом, найс. Девушка на холсте. Женщины стали очень, когда старалась к людям. Они всегда преследуют то, чего страстно желают. Везде, повсюду, на краю земли. У них есть лишь одна слабость, они не могут сами открывать двери. Я знаю некоторые слов. Это как раз вот она не может открыть дверь. Это хорошо. Заперто. История в картинках. Написано нарисованным бесконечная Кэрри и королевский пирог. Нарисовать карандашами... Нарисовать карандашами книгу полностью на месте. Читать. Я пролистала страницу. Раздается ключ. Что-то непонятное появилось. Ладно. Вечное благословение. Что имеется в виду М? Это типа этаж? Так, у нас есть поворот вправо, есть поворот влево. Искусство. Я не знаю этого слова. Ладно, там что-то лежит, давайте сначала сюда пойдем, потом уже туда. На полу рассыпаны синие лепестки. На полу чья-то кровь. Дама в синем. Картина. Окно. Ты и Роза едины, знаешь свою цену жизни. Я не знаю этого слова. В вазе нет воды. Когда Роза умрет, ты тоже умрешь. Заперто. Окей, даму в красном мы увидели. Может, дама красная это мы? Хотя, навряд ли. Ну, типа, красная роза. Ух. Он крепко зажимает ключ в руке. Взять. Вы взяли маленький ключ. В
Безголовая статуя. Надо найти голову. Не знаю, мне лично всегда прикалывали такие вот игры. Мы использовали маленький ключ. Что-то под крывалом. На этой розе почти не осталось лепестков. Вы подбираете розу. Найс. Найс, найс, найс. Она меня зажала. ГГ. Зажал, как нефиг делать. О, блядь! Давайте поставим синюю розу. Поставить свою розу. А, то есть это банка бесконечная. Фух. Что случилось? Боль прошла, а? А? Что? Что ты хочешь? У меня больше ничего нет, правда? Постой. Боже, неужели ты тоже из галереи? Вот оно что. Хвала небесам, я здесь не один. Понятно. Ты тоже не знаешь, что здесь творится. Должен сказать, мы с тобой оказались в затруднительном положении. Это необычные розы, когда они теряют лепестки, ты получаешь раны. Я думал, я уже труп. Спасибо тебе. А теперь самое главное, нам надо выбраться отсюда. Я с ума сойду, если останусь тут хотя бы на минуту. Ой, я так и не представился. Как невежливо с моей стороны. Меня зовут Гарри, а тебя? Иб? Иб, значит. Я не могу оставить маленькую девочку в таком опасном месте, так что я пойду с тобой, ладно? Вперед, Иб. А! Я просто удивился. Правда, удивился. Вот и все. В любом случае, пошли дальше и будем внимательны с такими подозрительными штуками. Окей, так, мы сразу тогда сохранимся с вами. О, теперь у нас вместе с вами есть Гарри. У нас есть компаньончик. Неплохо. Безголовая статуя. Как неудачно стоит эта штука. Отойди в сторону, Ип. И раз. Та-дам! Можно идти дальше? Вперед. Скорбящая невеста. Скорбящий жених. Правая рука скорбящей невесты. Левая рука скорбящей невесты. Ой, что это? Чертовщина какая-то. Откуда на полу глаза? Воспаленный глаз? Картина с девушкой. Картина большой леди. В глазу змеи дыра. Картина какого-то пейзажа. Короче, сюда нужно вставить какой-то глаз. Туда нужно вставить этот... Вы поняли. Это что? Хе-хе-хе-хе. Цветы, цветы, это хорошо. Дай мне этот цветок, и я тебя пропущу. Хе-хе-хе-хе. Твой цветок? Ну, пожалуйста.
Ну, мы же теперь знаем, что цветок — это наша жизнь, так ведь? Не давать. Я моляю тебя, ну хотя бы понюхать. Хе-хе-хе, совсем немножко, хе-хе-хе-хе. Ой, чуть голос не сорвал. Так, давайте, прежде чем мы в лабиринт пойдем, сохранимся, вот как раз. Картина с кофе и пирожным. Пирожным. Ладно, туда мы не можем попасть, тогда идем в лабиринт. Любишь загадки? Лабиринт. Ищи прямо на юг от красного цвета. Ваза с водой, поставите розу, не ставить. В решении лабиринта есть одна хитрость. Иди по правой стороне и со временем дойдешь до конца. Неплохой фокус, но это не поменяет ни от того, что потолок тут слишком низкий. Не говоря уж об этом странных штуках, у меня от них мурашки. Осторожно, не застрянь между ними. Идти по правой стороне, найдешь выход. Ищи прямо на юг. От красного цвета. Что-то я не понимаю. GG. Так, ладненько. Попытаемся снова. У нас выбора, так сказать, и нету. Правую сторону. О, на стене есть выключатель. Нажать. Снаружи раздался шум. Так, осталось. Блин, ладно. Готово. Только вот вопрос. А что мы где? А, возможно, здесь мы что-то актив... Появилась комната, вот что я вам скажу. Так, ну ладно, допустим. Hmm.
ловушки, да? Хорошо, это по-любому так. Пусть будет. Что здесь? А-а-а, вон оно что. И я с этого что получил? Правильно, ничего. Я с этого ничего не получил. Изображение глазных капель. Настолько что-то лишит. Я подобрала глазные капли. Маленький пузырик от рези в глазах. Так, это хорошо. То есть здесь есть даже не обязательные вещи, да? То есть я либо мог пойти там, где скульптурная дверь, либо пойти вот как раз глазиком и закапать их. Больной глаз смотрит на меня. Посмотреть в ответ, использовать капли. Вы закапали в глаз. Воспаление прошло. Глаз, который я закапала капли, внимательно смотрит на стену. Стены чуть отличаются по цвету. Вы нашли потайной проход. На полу что-то лежит. Вы подняли красный стеклянный шар. Сияет, как драгоценный камень. Хм, слушайте, ну, это, наверное, в картину надо сюда ставить. Вот здесь змеи дыром, да, вложить. На обратной стороне рамы надпись. За большим деревом. Диван фуджер. Гигантский фужер с орезанной по диагонали, внутри которого лежит красная подушка. Не похоже, что в ней удобно сидеть. Меланхолия. Я не знаю этого слова. Меланхолия? Ха, ну и ну. Вполне подходит для этого места. Мозаика. Скелет распрашивается цветами радуги. Это же подделка, правда? Чувство. Скульптура в виде дерева. Слегка напоминает человека. Тот, кто это придумал, уж точно не дурак. Так, за деревом. Среди листьев что-то блестит. Я подбираю серебряное кольцо. Это же обручальное кольцо. Откуда оно здесь? Так, а теперь нам нужно, как я понял... Есть ли разница, на какую руку? Хорошо, это правая? Левая рука. Безымянный. Подожди, на правую руку что девает? Или на левую? Безымянный. Я надела кольцо на безымянный палец. На полу лежит красный букет. Я подобрала букет. Ну, всегда ж направо одевается. Благословенный жених. Хорошо, у нас есть... для чего-то. Очень красивый букет. Для чего нам букет? Как вариант, мы можем букет, наверное... вставить в этот... сиденье. Нет.
Ладно. Очень красивый букет. О! Душу пьющего нечто. Чё-то я не врубаюсь, где можно цветы воспользоваться. Ага. Значит, не здесь. Букет. Для чего мы можем воспользоваться букетом? Там же синяя, да, леди была? Да. Хм, не знаешь этого слова? А ты хочешь прочитать название? Абсолютно. Это значит... Что-то это значит? Ну, по сути, это означает искусство, которое абстрактно. Да, неважно. Я с радостью помогу тебе прочитать непонятные слова. О, кстати, если на то пошло, может он тогда нам прочтет и все остальные, которые здесь были. Курящий джентльмен. Сердцебиение. Ладно, пофиг. То я думаю, это будет долго и нудно. Ой-ой-ой, бежит, бежит. Ну, тогда по правой стороне и пойдем. Язык постоянно извивается. Для чего мне букет? Безголовая статуя. Правая рука. Я могу ему отдать цветы этой картине, точняк. Цветы, цветы, это хорошо, дай мне свои цветы. Отдать букет. Я дал букет. Хе-хе, спасибо. Он хорошо пахнет, хе-хе. Ну, а теперь пора обедать. Ах, было вкусно, хе-хе-хе. Спасибо большое, спасибо. Как я и обещал, можешь идти. Просто подойди в эту дверь. До встречи. Ну что, давайте тогда, думаю, пройдем в эту дверь в следующей серии. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.